Приветствуем вас на канале «Здоровье и долголетие». Чем полезны перепелиные яйца? Какое влияние они оказывают на наш организм? При каких заболеваниях стоит включить их в рацион? И сколько необходимо съедать яиц в день? Досмотрите наше видео до конца, чтобы узнать всю полезную информацию об этом продукте. Обитают перепела в Европе, Западной Азии и Африке. На территории России они сосредоточены в основном на востоке страны. Полезные свойства перепелиных яиц упоминаются в медицинских трактатах Китая и египетских папирусах. Японские врачи обнаружили, что их яйца положительно влияют на развитие умственных способностей у детей, поэтому являются обязательными в рационе. Каждый ваш лайк и подписка, каждый комментарий и просмотр мотивируют нас на новые видео. Мы очень благодарны вам за это. Чем же так полезны перепелиные яйца? За счет содержания большого количества питательных веществ являются строительным материалом для развития и роста мышц. Содержат аминокислоты, бета-каротин, витамины группы А, В, ПП, а также минеральные вещества – магний, кальций, фосфор и железо, которые положительно влияют на работу человеческого мозга и улучшают память. Лизоцим обладает антибактериальным действием, защищает организм от воспалений и инфекций и способен разрушать раковые клетки. В состав перепелиных яиц также входит овомакцид – белок, подавляющий аллергию, что делает их хорошей альтернативой куриным яйцам. К тому же полезных веществ в них в 2,5 раза больше, а соотношение белков, жиров, витаминов и минералов более сбалансировано. По количеству холестерина перепелиные яйца ничем не отличаются от куриных, но в них содержится лецитин, который не позволяет откладываться холестерину на стенках сосудов. Влияние на организм человека. Выступают как природный антидепрессант и устраняют последствия сильных стрессов. Способствуют повышению иммунитета. В послеоперационный период помогают восстановить силы. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и участвуют в очищении кровеносных сосудов. Способствуют поднятию в крови уровня гемоглобина. Перепелиные яйца советуют включить в свой рацион при сахарном диабете, болезни почек и печени, бронхиальной астме, нарушении функций щитовидной железы, малокровии, патологии желудочно-кишечного тракта, при хроническом холецистите. А также они снижают риск развития онкологических заболеваний и предотвращают мастопатию. Витамины группы В помогают в уходе за волосами, ногтями и кожей. Как и в каком количестве следует употреблять? Термическая обработка разрушает витамины и снижает пользу этого продукта. Чтобы получить все необходимые полезные вещества, необходимо есть их в сыром виде. Для общего укрепления организма достаточно съедать 3 яйца в день. Диетологи и врачи рекомендуют употреблять их с утра на голодный желудок за полчаса до еды. Принимать перепелиные яйца необходимо 3 месяца, хотя положительный эффект на организм можно будет увидеть уже после 2 недель ежедневного приема. Затем можно сделать перерыв на месяц. Детям до 3 лет следует давать по 1 яйцу в день, дошкольникам можно увеличить до 2 штук. Но независимо от возраста, начинать лучше с 1 яйца в сутки и наблюдать за реакцией организма. Со временем их количество можно увеличить. Одна из наших подписчиц поделилась своим опытом употребления перепелиных яиц при гипертонии. Они не воздействуют на причину заболевания, но способны понижать давление, поэтому их прием поможет нормализовать его показатели. Для курса потребуется 120 яиц. Первые 3 дня необходимо выпивать по 3 перепелиных яйца утром натощак. А на 4-й день увеличить их количество до 5 штук. Таким образом, время приема составит около 3 недель. Существует распространенное мнение, что в перепелиных яйцах нет переносчиков сальмонеллы, так как температура тела перепелок убивает вирусные бактерии. Но, к сожалению, это не соответствует действительности, поэтому перед употреблением, особенно в сыром виде, следует тщательно их вымыть. Если же вы хотите сварить яйца, для сохранения полезных свойств время термической обработки не должно превышать 15 минут. А мы желаем вам крепкого здоровья. До новых встреч на нашем канале. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!